Нахожусь на скорой. Здесь ремонт идет с ноября. Вот. Работники жалуются на какие-то, ну, какие-то условия труда. Что-то можно посмотреть, что там? Там ремонт? Нет? Да, там был ремонт. Вот. А что тут должно быть? Тут это наша скорая, тут наша вторая комната. Здесь это в растворе находится, там, ну, документация. Вот, шкафы с оружием и личной одеждой. Ага, ну нет ничего этого, да? Нет, ну да, это все было, но сейчас этого всего нет, потому что идет ремонт. А что ваши профсоюзы? Ну, пока ничего, денег нет, сказали. Ждите, появятся деньги, переведем и как бы закончим здесь. А у вас же тут за $700 установили какие-то приборы на каждую скорую? Ну да, это планируется навигация, установить наши автомобили. Вот, скорой помощи. Ну, деньги же нашлись все-таки на эти вещи. На эти вот как бы искали все что. А на эти нет. На ремонт, как бы, пока не хватает. А вам тоже точно нужна эта комната? Может, обойдетесь как-то? Ну как, это здесь наша скорая помощь. Просто нас как бы немножко ужали и вот все перенесли в одну комнату. То есть, ну, здесь у нас и стерилизация, то есть проводится. Здесь и оказание помощи, если кто-то обращается. Ну, диспетчерство, вот сами видите. Угу. Вот, тут все в одной комнате. Не, ну может вопрос не так остро. Комната отдыха здесь же. Здесь, ну, все в одном лице. Комната приема пищи тоже здесь. Так может потерпите еще? Ну что ж, потерпим, а что делать? Может, да? Не так остро вопрос стоит, все-таки же начальство лучше знает. Ну, видите, сказали, терпите, пока появятся деньги, ну, потом переведем, вот, закончим. Тут как бы немного, они говорили, вроде как-то 1500 рублей нужно всего лишь на эту, ну, комнату. Всего лишь 1500 рублей и не могут найти. Ну, да. Не знаю, но зато район у нас чистый и благоприятный, вы знаете? Ну, не знаю, насчет этого вот я не знаю. Не в курсе? Нет, не в курсе. Районку не читаете? Ну как, почему? Читаем, выписываем. Все у нас хорошо, так что деньги найдутся в ближайшее время. Надо только потерпеть немножко. Ну да, так как-то так вот, как-то так вот и сказать, что все переведем, потому что как бы в конец года начали ремонт. Потом с начала Нового года сказали еще бюджет как-то, ну, там, ну что-то не начислили там. Вот сказали немножко потерпите, закончим. Тут немного, собственно, осталось сорвать эту вот плитку старую, подстелить линолеум, покрасить стены, ну и все потом. Поэтому все будет хорошо. Спасибо вам большое, что вам не все равно, но надо немножко потерпеть, и у нас будет прекрасная скорая помощь. Ну да, сказали, потерпим, а что делать? Скажите, а реанимобиль, это было бы кстати нашей больнице? Кстати, да. Есть? Ну, кстати. Есть проблемы с доставкой тяжелобольных? Да, у нас ломаются машины, потому что они уже расходовали свой моторесурс. Угу. То есть нашему автомобилю где-то порядка 14 лет. Второй автомобиль, вот он уже в ремонте буквально с позавчерашнего дня. Его пригнали только из Белгазсервиса, заменили задний там мост или что-то, я не знаю. У него уже поломалось сцепление. Угу. То есть опять же в ремонт. Угу. Ну, машины израсходовали, то есть они уже просто устали. Угу. Поэтому, Андрей Анатольевич, пожалуйста, обратите внимание, люди все-таки спасают жизни нашим рудобельцам, и им нужно достойное условие все-таки работы. Также в профсоюзы обратите внимание, может быть, Сергей Иванович Заричный окажет содействие. Вот. Никто не заинтересован, поймите, что никто не заинтересован, чтобы вы работали в плохих условиях труда. То, что все эти полгода или сколько это вы уже время? Ну, с конца, наверное, ноября или начала декабря. То есть, ну, ремонт начали, но как бы... Это все досадная случайность просто. На самом деле все будет сделано. Спасибо вам большое.